iPhone 10 заказывали? О, да. Держите, на улице будете использовать? Но планировал. С наступлением холодов все водители озаботились установкой знака «Шипы» на свой автомобиль. В противном случае им грозит штраф. Странно, что до сих пор не введен знак для тех, кто использует липучку. Да и южные регионы, где снега зачастую не бывает, тоже должны иметь свое обозначение. И ханты-мансийские водители. Так, стоп! Министерство обороны тем временем опубликовало доказательства военной операции в виде скриншота из компьютерной игры. С кем не бывает? К новостям спорта. Сборная России впервые выиграла чемпионат мира по футболу. Давайте посмотрим лучшие моменты. На этом все. Телефон заработал.